Здравствуйте, все, кто на канале 18 соток. Сегодня поговорим о перце, который называется Чинзо Патио. Сорт Чинзо Патио. Куст высотой примерно 50-60 сантиметров. Дает хороший урожай таких длинных фиолетового цвета в технической спелости. В процессе созревания в биологической спелости красные плоды. Этот сорт отличается, как я уже говорила, от сорта халапеньо пурпурный. Отличается листвой. Ствол у него немного другой по окрасу. Но плоды очень похожи. Этот сорт очень устойчив к похолоданию. Может плодоносить до самых заморозков. Употребляется он как в свежем виде, так и в сушеном, молотом виде. Вот так выглядит плод перца Чинзо Патио в разрезе. Толщина стенок довольно-таки толстая, около 3 мм. Перец очень сочный, сладковато-пряный на вкус такой. По шкале Сковила его острота составляет от 30 до 50 тысяч единиц. Опять же, все зависит от того, в какой степени зрелости вы собираете плоды. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта перцев, которые я выращиваю.